Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Огромное. Приглашаем вас пока присоединиться к нам. У нас в гостях и пел эту очаровательную песню Юрий Танин. Да. Певец, присаживайтесь. Еще доброе раз утро. Доброе утро, рады приветствовать вас. Вы так душевно это все делаете. Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, вот а как вы, как певец, как вы готовитесь к Новому году? Может быть, у вас есть какие-то свои традиции, которым вы не изменяете уже не один год? Новый год, прошу прощения, утро, вообще семейный праздник, поэтому мы все, какая бы профессия ни у кого ни была, естественно, что у нас у артистов это связано с работой, mm-hmm. потому что артист на празднике должен веселить народ, и это нормально. Мы выбрали такую профессию, поэтому мы готовимся как артисты, ну и, естественно, как я готовлюсь как муж, как папа, как сын. Да, ищу подарки. Самое главное, я сегодня слышал уже в эфире, это самое тяжелое — найти нужные подарки, вовремя их приобрести. Поэтому всем крымчанам желаю все-таки поускориться. Как замечательно, когда вовремя поступают намеки, типа, вот было бы не
неплохо за недельку. И на следующий год думаешь, нет, все-таки я буду заранее покупать. Все получается. А ваши намекают, что было бы неплохо именно конкретно? Или вам приходится догадываться, чего хотят ваши дамы? Нет, мы как бы за месяц, где-то за полтора год спрашиваем там у Снегурочки, у Деда Мороза, что бы хотелось примерно в каком формате видеть свой подарок. Поэтому намекаем, да. Ну, конечно же, мы желаем вам провести эти праздники насыщенно, чтобы вы не только чтобы вы радовали людей, но чтобы они вас радовали своими аплодисментами, ну, конечно же, поздравлениями и подарками. И желаем, чтобы помимо работы всякие в новогодние праздники у вас было всегда время на вашу семью. Благодарю.